снайпу или что-то еще. Понимаешь? Знаешь, одно дело... Это грубо. Я говорю, я вообще не понимаю, зачем ты играешь со снайперкой. Я же тебе не говорю, убери снайпу. Играй с автоматом. Сам уж решай. Он про данный момент говорил. Это грубо. Просто грубо. Вот и все. Грубияна собрались. Одни. Видишь, там и второй, оказывается, был. Ну, блин, хрен знает, второго вообще не видел. Ну, первый раз, когда вот они нас двоих убили, Мазукин даже тоже не попал ни разу, блядь, ни в кого. Один только с нока встал, без хп абсолютно, у него даже не пополнилась эта херня. Второй такой же, блин, был. Раздамажил его. Тогда они были двое, а потом я прилетал после ГУЛАГа, он уже один там тусил, бегал. Когда дали бэбку, когда меня убили сразу же, их было ладно, трое. Хватит дурачиться, теперь работаем по-настоящему. Вы одного убили, видимо? Или они убили, это разные команды были? Ну, хотя не знаю. Нет, мы в итоге никого не убили. Я одного нокаю, он уползает, и второй бежит поднимать. Вот, он его только поднимает, я во второго начинаю стрелять, и тот, ну, анимация заканчивается, что он его поднимает. И второго в щи разбиваю, а тот без хп тоже. И вот они вдвоем, бом, в меня. Мазукин выходит и вообще просто ни в кого не попадает. Попадал, я его крякнул. Да какой он нахуй крякнул? Я его крякнул. Он уже был без брони. У него лоу хп был. Белка по белой показывала. Давай. Там синьку дал. Не знаю, о чем прикол. Ну вот второй раз я спустился, у него зажал. Первый начал стрелять, тот потом только по мне начал стрелять. И меня перестрелял. Я смотрю, хилкам у него хп даже не отлетало, когда я в него херачил. Что-то лаг какой-то с уроном как будто. Потому что уже не в первой катке я такую фигню замечаю. У меня ликвид взяли вот здесь вот наверху на белом доме. Угу. Все, бэпка, блядь, у кого-то. И к ТВшке, конечно. Да тут фиговенько, ну. Ну надо брать, что делать. Да? Ну, что делать. Давай я попробую один, может, подойти. Не-не-не, не надо. Я думаю, надо залутаться вот здесь, эпоху залутать. Вот я в зеленке. А потом идти время не еще сколько? Да, две минуты на контракт. Не две, а четыре даже. Вот, я-то здесь, а. В упоре. Ты уже ушел туда. Блять. Ладно, иди тоже. Да нет, нет, ты этот играй. Ну они. Ну да, они на меня, может быть, согреться. А так... Выдвигайтесь дальше. Здесь. Без брони. Такнул. Ты нокнул кого-нибудь? Одного убил. Отхожу назад. У меня бегает. Там трупик был, да. Второго забрал. Еще один. У меня 6 патронов осталось. Забрал, да? Хорош. Да, тим вайпит. Просто с пистолета, да, обоих захуярил. Зачем ППшка, если есть пистолет, блядь? Непонятно, да? Ну это как все попадешь. Все ящики снабжения найдены. Хорошо поработали. О, я этого нашел. Специалиста. Вы стали специалистом. А, деньги, если.
На выкуп. Я знаю, знаю, сейчас давай подождем, выкупится он или нет. Машина к нам едет. Да, 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 вижу. Союзник вышли. Возвращается в район операции. Уходим, отходим, давай. Идем, попробуем этот. А то сейчас откиснем, денег отдадим, жалко будет. Надо скинуть бабки. Куда? Мне. Но они говорят пропадут. Ай, пизду. Пойдем отсюда уже все, тайминги. Пошли. Дальше на другой магазин. Ты куда-то засейвить и хочешь, и пойти повоевать? Да нет, я хотел комплект быстро купить. И кинуть его сюда. Пока они там подходят. Здесь вот тоже могут быть где-то. Сергей, ящик гудит. Давай, покупаем. Аптека не лутанная, да, дам, да, Макс? Да, не лутанная. Вам отправлена посылка с комплектом. Ведем разведку. В сове подходит. Они выкупили, а ты войска, у нас в упоре есть. Да. Скидываю броню. За Сергио, за Сергио. Да, 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 да. Надо бить. Сергио слева. Сергио забежал. Заходим? Вау, 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 вау. Нет, не забежал, оказывается. Все, добил его. А, призраки. Это призрак был. Забрал? Да, да, да. Макс забрал. Хорошо. Призрак, оказывается, у меня был. Грузик. Угу. Так, бэпку, бэпку, бэпку. Давай еще бэпку. Я броню скинул здесь. Нужна разведка по моим координатам. ППЛА входит в район. Желтая метка. На, денег скидываю. На телестейшене сидят что-то втроем. Денег скинул. Блин, их хер запушишь там, да? Отмечаю пункт назначения. Ну айда пойдем, чё? Там еще кто-то еще склад подсосался. Да, на грузике приехали, чё. Внимание, угу, под мостом. Вот можно под них подкрутить. Они сейчас подниматься будут. Их штрафануть. Те стивишки тоже вышли на них. Блять, мы внизу, правда, будем. Да, вышли. Один убегает. Что-то там у них файт идет, они да, всегда да, все вместе. Да, 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 да. Пункт. Что-то они агрят, что ли, блядь. Надо быстрее добирать их. А, двоечка, двое внизу подходят. Все, бэпка закончилась. Здесь не вижу отсюда. Да вот они где-то здесь. Чистая работа. Так, походу, еще. Походу убили они друг друга здесь. Да я не хз. Команда вот одна уничтожена. Друг друга, думаешь, убили? Да-да-да, вон еще. Но, вон, еще. А, вон выкуп сверху у нас. Пойдем? Это не выкуп, это захват. Обнаружена станция покупки. А, ну да. Там лагерь прилетел. Вижу, где да, там? Его. Да, 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 вот где захват. На разведке. Ну, у тебя, Макс, на бэпку хватает, можешь через магаз пройти. Да, было хорошо, бы круто. Да. Сразу ее запускай. Одного съел. Еще есть. Все. Я использовал. Уже не надо. А. Нет, кластер зря. Давай, Макс, еще по бэпке купим. Подсумок здесь есть, если нужен кому. Кинул тебе без дачи на магазине склад. 200 метров. Догонять? Закупаются. Что, сразу прожал, что ли? Я нет, я не прожимал.
Откуда у нас так бэпка что-то долго действует? Та первая, которую я еще только что использовал до этого. Они комплект лутают. Вам отправлена посылка с комплектом. И вот у нас комплект упал, охуеть. Я призрак. Они сейчас, пойдут его контролить, наверное. Вижу, они там же трутся, комплект у них упал. Они туда упали к ним. Внимание, газ. Машина там есть, да? Найдена новая безопасная зона. Че, будем подпушить или здесь будем судить? Да пока посмотрим их. А пушить как, я не знаю. Тут такое плато, вон вот они. Это вот ровное. Вижу. Они... Вот это зря мы так сделали. Ну все, уходим. Они снайпера. Ну, либо вы попадаете. Я одного убил. Хорош. С левой стороны был снайпер. Над нами наш БПЛА. А, ГСТ они. ГСТ взяли. Еще два подходит. Меняю позицию. Отсюда к нам в спину заходит. Уходи, синий, Мазукин. На нас идут двое. Какие, Андрюха, я что-то не Нет, понял, туда. Где ты их видишь? Вот эти, что ли? Ясно, иду. У меня нету снайпы, херач. Мне бы там еще видеть. Ой, блядь, там часового стоят, ну там пиздец, короче, это. Вижу в этом, в большом здании чела. Через правое верхнее окно. Крякнул в машине. Убил. Вот здесь был. Следуйте в указанный пункт. Последнее забудьте. Бэпки нету больше, да, у нас? Вот в этом окне пикает. Отбор. Я прожал бэпку. Точки. Над нами наш БПЛА. Приближается газ. Вот этот, видите, на улице, где он? Это что, это ГУЛАГер? Это ГУЛАГер. Летит, вот. Сейчас открою парашют. Крякнул. Броню снял, тяжелый дал. Готов. На магазине. Там часовой у них там, блядь. Значит, у них там это идет. Бой, блядь. Они наверху. Продавец, на лестницах сидят там. Здесь один остался. Продавец, ясно. Не туда. У нас с этой. Следуйте в указанный пункт. Кто стреляет со снайпы? Это Макс стреляет. Пакнул еще одного. Нет, не только Макс. Со стороны арея где-то стрельба, что ли? Надо добирать этих, внутри которые. Ну, они сейчас отрезаются. Ну, крякнул одного. Сейчас полезут наверх, наверное, блядь. Натишки подойти, послушать, где они. Да их видно и так. Их там магазин, блядь, есть, они выкупать могут друг друга. Надо их либо... Ну, деньги не бесконечные у них? Либо пушить, я либо... Я левее пойду смотреть в магазин. Давай. Вон, он перебежал на магазин, да. Видел. Я не успел. Да надо их захуярить просто, да и все. Уходить отсюда. Крякнул? Нокнул, да, Макс? Да, одного, один внутрь зашел. В районе операции высаживается противник. Следите за небом. Гуагер летит. Крыша. У тебя. Саня. Тяжелая. Одному тяжело, там еще один забрал. Все, команда уничтожена. Всё, чё, бэпка хватает у нас на бэпку? Нет? Не все потратили, блядь. Тут еще трупы есть. Да они их вот и они вот их и лутали, выкупали. Забираем. Вы гастов будете брать? Да. Или взяли уже? Нет. Над нами наш БПЛА. Начинаем. Вот у нас это кто, ГУЛАГер летает или нет? Сейчас посмотрим. Да. Нет. Меняю позицию. Есть. Отмена. Выдвигаюсь. Или да, блядь. Да, ГУЛАГер, вижу его в небе.
крякнул. Добивай. Ну как ты добивай-то? Да я не могу попасть, блядь. Там хуёво, блядь. Одна дим пиксель, блин. Какая-то у меня картинка темная, мне кажется. Ну, что такое, блядь? Приближается газ. Отмечаю новую безопасную зону. Что по вебке-то, Андрюха, никого больше не запомнил? Было, больше не было. Вот здесь выкупили. Завет. Или нет? Будем? Вот здесь. Не, ну они могут уже все гастами быть. Запросто, ну, вообще. Могут, да. Потому что я вот там на гаста уже напоролся. Там средний калибр. Отмечаю броню. Грузик едет с короной. Угу. Чё, на крышу идем? Я на крышу, да. Всё, да, Макс, у нас у всех сетчево, если что есть. Есть, выдвигаюсь. 30 секунд сейчас и зона пойдет и плотнет уже. Выкуп вижу, он красный, ага. Стреляйте. Вот там вот где-то. Никого, я там. Иду туда. Никого там нету. Выкуп видел, а тоже заметил сразу. Че, блять? Нет, стреляли. Со стороны аррея снайпер стрелял, когда вот мы настреливали по этим доме. Ну вот спину. Я знаю, что. Ну, он не по нам, но стреляли точно. Могут, может, побегут. Но они призраки были, они не бились туда. Да. Когда еще сюда подбегал, там никто не бился. Мы в безопасной зоне. Ну и вода вот надо чекать тоже. Вон грузик вижу. Техника противника. 200 метров. Больше ни хера никого не вижу. Опа. Сейчас зон зайдет. По мне кто-то стрелял. Снайпер. Вот я с этой стороны был, в сторону аррея смотрел, и пролетела пуля. Угу. Ну, точно. Точно был выстрел. Далеко. Транспорт противника. Вообще никого не вижу. Ну, либо не замечаю, не знаю. И враг. What the fuck? Сарыя вообще никого не пригнала. Может, вот оттуда нас крутили? Ну, те челы что, не могли выйти из ГУЛАГа кто-нибудь из них? Ну, вообще, по идее, они выкупали. Ну, безгулажники, скорее всего, все были. А, уже да. Потому что очень часто что-то там выкуп был. Ну, одного два раза выкупали точно, мы его два раза убили. Ну, это Роуз последний. Там до этого еще не выкупали. Когда подбегали только туда. Этот самый бэбку там выскидывались, покупали. А они вот уже с тех времен выкупы там шли. Мазукин же еще говорил, он выкуп. Я говорил еще выкуп. Мы еще на ТВ-шке были. Приближается газ. Отмечаю новую безопасную зону. Здрасте. Я ваша тетя, да? Угу. Ну вот гора только. Меняю позицию. Тишка лежит на крыше. Ну здесь вообще что-то голяк. Может, кемперы какие-нибудь здесь в домах сидят? Да вполне.
А так, если вообще, если мы в тройках, 14 команд, это, блядь, должно быть около скольки? 30. Вау, у меня, ебать, меня нокнули. Это Сарея, вот оттуда, ТВ-шки. Короче, под нами прям. Где-то оттуда. Идут все-таки. Побежу. Селюсь. Вот и все. Снова в строю. Тракнул его. Убил. То есть нокнул. Еще кто-то. Меня крак... Все нормально, я рядом. Да вот стреляй, 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 стреляй. Давай, я буду подымать. Зоны смещаются. Выдавите его. Где, где? Ушел, что ли? Тебя это какой-то другой, да, Сань, нокнул? Не я тот. Я не понял, откуда. Надо спрыгивать, иначе парашютах, на парашютах они нас закроют. А что, один и так. Вот тот, которого ты его нокнул? Да, 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 которого я нокнул. А почему-то мне показалось, что я, типа... Фраг пришел. А, вот и мой дотек. Ага, хорош. У нас банк, ребят, банк у нас. Я понял. Не вижу никого только пока. Обозначаю пункт маршрута. На крыше? Нет, внизу. Ну, ему некуда деваться. Да. Он в ритме танца. В ритме танца ему некуда деваться. Слева от забора. Ну, все, он пиздал. Ага, он все, команду уничтожил. Кемперы все-таки были, да, в итоге? Ну, сидели долго, видишь, как до последнего. Я уже думал, там никого не будет с той стороны. Да я тоже. Да я только хотел развернуться и прыгнуть вот так вот сюда. И тут хуяк, бам. Прилетело, блин. Один из команд должно быть 33 человека, а всего 22. Мы фулка, 19, и остается 10 команд на 19 человек. Короче, двоечки в основном, да? Двойки, одиночки. Двоечки, сольники в основном. Да, да, да. Двоечки, одиночки. Так что смотрите, все кусты. Да, нокаться нельзя. У меня есть саморез у одного, да? Да. Бои окончены. Теперь это город-призрак. Приближается газ. Отмечаю новую безопасную зону. О, слышу выстрел снайпера. Вражеская команда открыла на вас охоту. На меня угрозу взяли, блять, охуенно. Уже близко. Да. Прям под нами где-то. Отправлена посылка с комплектом. А где могли взять-то здание-то где? Вот здесь только. Координаты отмечены. Ну или на милитаре. Вон он, вижу. Вижу. Дал на него метку, блять, не ставится. Вот он. Прямо здесь. Один левее, по-моему. Кто это? Так, слева. В районе операции высаживается. Убегает. Противник. Следите за небом. Не нокайтесь, не нокайтесь. Хорошо. Там трое внизу под нами. Да, выкупает. Один левее крутит, прямо под тебя, Андрюха, идет. Я понял. Видел его. Я больше не вижу. Обозначаю пункт маршрута. Осторожно, газ приближается. Одного забрал у них полностью. Черного? Да они все черные, блядь. Вот, ребята, у нас спина еще, вижу. И, еще я бегает. Спину вижу. Милитарку вижу. Бля, ну надо здесь нам спину закрыть. Там не надо пока на милитара. Одну команду. Внимание, этих трое, получается. Нет, вот, одного убил. Вот на синей метке еще был человечек один. Двое еще там. Двое? Ну это вот, скорее всего, склад, а остальные уже вот одиночки. Двоечки. А, Макс, что спина милитарка, что там? Слышим, милитарки, показываю метку, вот здесь были. Вот ближе. Обозначаю пункт маршрута. Три палочки, угроза. Под нас кто-то подошел. Они не поднять меня надо. Блять, с этой стороны в упоре подходит. Блять. Синие метки прямо. Да не нужна вам эта милитарка. Ты от грены. Воевать надо. Слева. Сзади. Ну, в упоре. Дерни меня. Концентрация газа повышается. Следуйте в новую... Броню вставляюсь. Вот и все. Снова в строю. Так, чё? Пять команд. Так, теперь...
Здесь больше пока вижу снайпера, не видно. Вот там. Золотой противогаз возьми, Сань. Трякнуло. Две стольники, походу. А не-не, одна дуа. Они сами сюда. Вау-вау-вау-вау-вау. Под забором сидят. Ты лево пошел крутить? Я ничего не кручу. Газ приближается. Я знаю, что там слева у нас снайпер, вот там. Над нами вражеские попала. Слушай, надо нам право. Все-таки, право. Я и... чекал милитарку, блядь, и меня ну. Давай, ладно, к тебе иду. Давай, про... Козлёныш, блядь. Соло был. Блядь. Ну ты успеешь. Хелься. Блядь, надо было подкрался, право. Блядь. Теперь ты право пошел, да? Нет, так мы же, ты сказал, надо право. Иду, иду. Ну да, да, право. Вниз, 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 вниз. Можешь заползти? Меня... Ползу. Да, вот здесь могу. Вот здесь меня можно поднимать. Все нормально. Там держите. Двойка еще. Три двойки осталось. Две двойки. Три двойки вместе с нами. Блин, на них, да, идет? Ага, они меня смотрят. Осторожно, газ приближается. Здесь, Саня. Да ну нахуй, да это пиздобол какой-то, блядь. Вы вошли в пятерку лучших, превосходно. Пиздец какой-то. Ты противогаз взял? Да-да-да. Я рядом. Через верх пойдем. Сейчас пойдем. Давай. А, у меня брони нету больше, блядь. Блядь. Ты что, прям под них пришли? У меня брони нет, если что. Концентрация газа повышается. Живи. В новую безопасную зону. Стой, не стреляйся, не стреляйся. Дай забором, ты... походу. Макс, заткнись, газ. Блядь. Нам надо вы... Все нормально, держись. Просто ты заебал. У меня брони нету. Кинешь мне плашек? Бля, ну не сейчас, Сань. Давай доиграем как есть. Один враг остался у нас. Держись около меня, чтобы я разменился. Да. Только не упарывайся у него. У тебя эрка? Да. Внимание, газ. Найдена новая безопасная зона. Приближается газ. Вот там вот он. Все, иду к тебе. Да ну нахуй. Видел За его. За забором идет. Видел его. Убил. Хорошая работа. Макс, вот честно, ты меня на грубость уже, ну пиздец. А ну сколько раз ты повторяешь? Я говорю это про себя. Ты кому? Я даже не знаю, за кем ты смотришь, понимаешь? Кому ты говоришь? Ну, я вижу то, что у меня. Я понимаю, что я вот первые две недели... Тихо. Все, топчик. На YouTube мне надо этот, блядь, ролик. Вы материтесь. Что там у нас по фрагам? Топчик забрать, забрали. Хорошо. Ну вот, 12, 10, 8. И вы постоянно подсасываете. Пиздец, ну что такое-то, мужчина? Ну что это? Короче, запорол ты мне ролик. Как вы могли? Обрежешь этот, нифига этот самолет хитрый.